Я знаю, что должна сделать какое-то официальное заявление или пост в Фейсбуке о том, что произошло, но мне самой еще нужно время, чтобы понять, что это произошло, прежде чем говорить об этом. Ребята, привет! Всем привет! Я свободна. Не слушайте всякую ерунду. У меня все хорошо. Я не в больнице ни в какой. У меня все хорошо. Я на свободе. Единственное, что я могу на сегодняшний момент сказать, это только выразить благодарность всем, кто помогал, всем, кто был задействован. Я знаю, что помогали вообще все структуры на разных уровнях. И с российской стороны, и с египетской стороны я знаю, что работало над этим огромное количество людей. Я сама была свидетелем, вот, ну, конкретно, как это все происходит в Египте. Очень много людей было задействовано. О, кому интересно, ну, естественно, всем интересно, о реальных причинах задержания. Реальных причинах задержания. Пока что я сама тоже не могу сказать. Это все надо выяснять, и это дело не одного дня. Потому что обсуждается много версий, от документов, которые все в порядке у меня, до костюма, который также соответствует норме. Полина уже, по-моему, обсуждала это. Поэтому я сама пока не берусь за то, чтобы, ну, делать какие-то выводы. Единственное, что могу сказать, спасибо всем, 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 всем. Я знаю, вас было очень много, кто помогал. Реально. Меня многие, естественно, спрашивают, как я себя чувствую, как там вот это вот все внутри меня сейчас. Я вообще нормально. Правда. Вот правда. Я себя чувствую прекрасно. То есть сегодня у меня был абсолютно обычный день. Я пошла там по своим делам. И это даже внутри меня как-то, ну, не варилось. Я просто вот просто вышла и забыла вот тут же вот это все. Вот правда. Поэтому я себя реально чувствую хорошо. Пожалуйста, прям не волнуйтесь за меня, со мной, правда, все хорошо. И в физическом плане, и в ментальном плане. То есть, ну, все окей. Окей? Конечно, там вот внутри этого всего было, ну, сказать просто ужасно, это ничего не сказать. Но я прошла это. Все позади. Поэтому еще раз спасибо всем, кто помогал. Все позади. Все позади благодаря вам. Истануни анахарда маавайль элеброши. Thank you.